Ну а в Хандыге провели акцию для мужчин. Экспресс-диагностика, осмотр и консультация для всех желающих. Главная цель мероприятия. Акция прошла в рамках республиканского месячника под девизом «Мужское здоровье и долголетие». Подробности далее. В рамках республиканского месячника под девизом «Мужское здоровье и долголетие» в Хандыге прошла акция, в которой приняли участие врачи районной больницы, которые провели осмотр и бесплатные консультации. В программе акции врачи провели экспресс-диагностику на холестерин, сахар, артериальное давление, желающим просканировали состояние организма. Врачи, хирург и терапевт провели беседы и консультации по вопросам мужского здоровья. Жиры плохие и хорошие бывают. Вы кушаете плохие жиры, конечно, из-за этого холестерин будет повышенный. Оттуда вот давление, самочувствие плохое, да? Отдышка, тяжести, все-все. Собравшиеся мужчины обсудили пагубное влияние на здоровье вредных привычек, таких как алкоголь, табакокурение, и поделились своим опытом в борьбе с ними. Я считаю, что да, это мероприятие полезно. Надо доводить до населения последствия курения. И вообще пагубность вредных привычек. В ходе акции прошли забавные конкурсы и викторины на знание воинских званий, пословица здоровья, чаепитие. Все процедуры прошли бесплатно. Кроме того, участники получили сувениры и бесплатные средства индивидуальной защиты. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Сергей Москвитин, НВК Саха, Тампонский район.